Бабоньки, бабоньки, а слушайте, а давайте, может быть, по 50 граммчиков, а, это для сугрева, так сказать, а? Для сугрева, ага, в такую жару для сугрева. Ну, по сантиметрику. Давай, давай, слушай, ты, если такая умная, то сама вот с той поводу и придумывай. Тут ты сбил, да не ной ты. Давай, наливай. На, о, держи. Все, давайте, за торговлю, за торговлю. Ага, давай. Ах, хорошо. Наташка, ты что такая счастливая? А что грустить? Стою тут между вами, цвету и пахну. А это у вас что? Печень. А это? Сливы. А, нет, вот печень, вот сливы. До свидания. Здравствуйте, извести, пожалуйста, огурчиков. А те какие? Мне те, что потверже. Потверже. А ты что, из этих, что ли, вегетарианцев? Хамы! Магазин иди, хамы, да. Эй, хлопчик, ты что, замерз? Термобелье бери. Нет, спасибо. Девушка, милая, милая девушка, виноград у вас вот этот вкусный? Ой, вкусный, вкусный, прям пальчики оближешь. А почем? А, килограмм 500 рублей. Вот, давайте за 100. За 100, иди он загораешь и сам свои пальцы облизывай. Бежите на ней! Вот, Ната, война войной, обед по расписанию. Все, пошли обедать. А куда пойдем? Там вон через дорогу чебуречка вроде там. О, не советую, потравитесь. Чего это? Они же у меня мясо берут. Ой, не-не-не-не. Так, масло взял, орехи взял. О, носки! Здравствуйте, а вот носки у вас чьи? Мои, муж подарил. А что они не на вас тогда? Сохнут. Не, не надо. Трусы дайте. А это мои сохнут. Не, ну не рынок, а дурдом какой-то сейчас. Сливы, сливы бери, сливы бери, цветы бери, эх. Наташенька, давай. Не, ну мерзнешь же, ну возьми ты термобелье. Нет, спасибо. Девушка, а почем у вас вот эти цветочки? 150. О, а вот эти? 200. Угу. А эти? 300. А вот эти? 400. А вон те красивенькие. 500, мужик, ты что не понял? Чем больше ты меня бесишь, тем дороже цветы. Давай, ну-ка, смывай. Так, ты что сюда-туда шастаешь, а, марафонец? Я тебе что, мешаю? Конечно, мешаешь. Я тут кости продаю, а ты мне своим суповым набором конкуренцию составляешь. Ты видел, какой у меня список? Да дай ты сюда что-то. Бери вон мясо свежее. Вчера бегала, мычала. Свинина мычала? Если б за тобой с топором бегали, ты бы тоже мычал. А в щи пойдет? Ты свои щи видел? В твои щи что угодно пойдет. Ты термобелье убогий будешь брать или нет? Девушка, ага, у вас есть эротическое белье? Есть. Да? Да. А где? А... На мне. До свидания. До свидания. Так, бабоньки, а ну-ка давайте вас кое-чем угощу. А ну, держи. А, держи. А? М-м-м. Ну как? А что это? Потроха. Я решился. Сколько стоят вот эти вот цветочки? 500? 500. Пожалуйста. Раз, два, три, о, четыре, пять. Вот, пожалуйста, 500. Я этот букетик забираю. Сам возьму его. Сдается нам, этот шмель не просто так вокруг этих цветочков кружит. Ага. Да ладно. А ну, признавайся, втюрился в нашу Натаху, да? А? Втюрился? Если честно, я как только вас увидел, я сразу же вас влюбился. По уши. Вот это, кстати, вам. Вы знаете, вы мне то,
тоже прям сразу как-то понравились. Правда? Тюльпанами надо было торговать. Дорогие женщины, уважаемые мужчины, любите друг друга, берегите друг друга и не давайте своим чувствам завянуть. Не дайте вашим отношениям испортиться или пропасть. Господи, как все это трогательно! Какую ж мне аллегорию к трусам придумать?